Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Левит». И сегодня мы будем приступать к 23 главе этой книги. В этой книге рассказывается о законах праздничных дней, о приносимых в них жертвы, о субботе, о Пасхе, о первых плодах, днях искупления и празднике кущи. Вот такое содержание мы находим в этой книге. Итак, мы читаем с вами 23 главу книги Левит с 1 стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои, 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание, никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших». Надо сказать, что о праздниках достаточно подробно рассказывается в книге «Исход», 23 глава, с 14 по 17 стих, также в книге «Чисел», 28-29 глава, и в книге «Второзакония», 16 глава, с 1 по 17 стих. Иногда мы задаемся вопросом, а почему как бы повествование повторяется? Повторяются заповеди, повторяются какие-то уставы, постановления. На самом деле при внимательном чтении мы видим принципиальное отличие. Например, заповедь о субботе, то, как она дается в книге «Исход», то, как она повторяется в книге «Левит» и то, как она дается в книге «Второзакония». Есть даже целое исследование как раз таких вот отличий при повторении заповедей, но это как бы высокая экзегеза, но если Господь позволит, и этим займемся. Итак, прежде всего, надо осознать, что праздник – это день покоя, то есть день отдохновения от всего земного плотского. А так как грех по определению является сферой физического плотского бытия, хотя его происхождение от того духовного мятежа, который происходит в душе согрешающего, то настоящий покой даруется только Христом, который и освобождает нас от власти греха, от власти дьявола и от страха смерти. Поэтому, когда говорится, что не должно делать никакого дела, имеется в виду не только обычные какие-то бытовые наши дела, их нельзя делать во время праздника. Грех есть самое серьезное нарушение праздника. И вот об этом надо помнить. И на это обращают внимание пророки Ветхого Завета. Например, пророк Исаия, он говорит от имени Бога: «Ненавижу ваши праздники, беззаконие и празднования». То есть, когда люди там так разговятся, что ничего христианского уже не остается. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый
месяц, в 14-й день месяца, вечером, Пасха Господня, и в 15-й день того же месяца, праздник опресноков. Господу 7 дней ешьте опресноки. В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертвы. А Господу в 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. Заповедь об опресноках – это заповедь о такой чистой жизни, когда нету никакой примеси. Квасное – это то, что бродит. И грех, он не является в нашей жизни сразу каким-то поступком, каким-то деянием. Это некое брожение чувств, брожение мыслей. Мы иногда контролируем это, а иногда не контролируем. Поэтому опресноки – это прежде всего образ отсутствия брожения. Брожение в том смысле, что мы грех останавливаем в его таком зачаточном состоянии. И не работаем греху. Когда человек буквально работает греху, то есть посвящает свою жизнь греховным каким-то утехам, это не есть благо для человека, потому что любой грех, как я часто объясняю, он суицидален, несет в себе семена саморазрушения личности. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу, в 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. Жертва Господу в нашей христианской жизни – это то, как мы поддерживаем христианское православное богослужение, но прежде всего зажженная свеча, например, в храме, она символизирует то, что как свеча целиком сгорает на подсвечнике, так и жизнь наша должна всецело пламенеть перед Господом. Как сказано, духа не угашайте, пророчества не уничижайте. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то приносите первый сноп жатвы вашей к священнику. И он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока». Собственно говоря, на Пасху приносили в жертву Богу полбу, потому что пшеница созревала ко дню Пятидесятницы. Но все, что мы приносим Богу, это благодарение. И если мы имеем какой-то достаток в жизни, мы за этот достаток должны благодарить. И неважно, это полба, пшеница, удача в бизнесе. Мне не очень нравится слово «бизнес», кстати. Хотя на английском языке оно означает «работа». И настоящей работой, конечно, можно считать только такое действие, в котором человек сам принимает участие, а не какие-то спекулятивные там моменты. Он поговорил с этим, договорился с этим, запустил эту схему, перекрыл эту. Поэтому честный труд, который угоден Богу, это труд созидательный, когда богатство общества, они реально созидаются не банковскими спекуляциями, а кровью и потом трудящихся.
«И в день возношения снопа принесите всесожжение Господу Агнца однолетнего без порока». Вот указание на то, что он должен быть без порока, на самом деле это указание всегда на Христа. Потому что найти вот идеального агнца, ягненка, совершенно без любой крапинки, ну, невозможно, такого не бывает. В природе такого не бывает. Но к этому надо стремиться. И самому надо стать жертвой, как я уже сказал, и тоже без порока. И тоже не получится, чтобы вот от всего избавиться. Но стремиться к этому мы, конечно же, должны. И с ним хлебного приношения 0,2 части эфы, пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Вот что интересно, хлебное приношение, оно соединяется или с вином, или с маслом. Чаще, конечно, имеется оливковое масло. Таким образом, это евхаристические такие символы. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. Здесь имеется в виду, что от нового урожая мы ничего не вкушаем, никакого нового хлеба, пока мы не возблагодарим Бога за тот урожай, который собрали. То есть первое наше приношение – это приношение Богу. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп, потрясание, 7 полных недель. До первого дня, после 7-й недели, отсчитайте 50 дней, и тогда принесете новые хлебные приношения. И от жилищ ваших приносите 2 хлеба, возношения, которые должны состоять из 0,2 частей эфы, пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. То есть Господу приносили в жертву не только пресные хлеба, но и кислые, что указывает на древнюю христианскую традицию совершать Евхаристию в Западной Церкви с древнейших времен на пресном хлебе, в Восточной Церкви с древнейших времен на кислом хлебе. И одно не противоречит другому. Хотя велись такие ожесточенные споры, но тысячелетия совместной евхаристической жизни Запада и Востока, где это не вызывало никаких нареканий, опровергает как бы наличие даже этой проблемы. Давайте посмотрим, что пишут комментаторы. Первый комментарий у нас будет на 23 главу, 16 стих. 23:16. Это комментарий Оригена. Его гомилии на книгу Левит. «От начатков, то есть от первых плодов, полагаются приношения, а это, если вы хорошо помните, закон повелевает совершать в день Пятидесятницы. Это им было дано как тень, а для нас сохранена истина. Ведь в день Пятидесятницы, совершив священнодействие молитв, Церковь апостольская получила начатки приходящего Святаго Духа». Что имеет в виду Ориген, когда говорит, что получила начатки? То есть она получила полноту
но то, что по отношению к нам, начатки, ибо через руки епископов, сначала апостолов, потом епископов, все это оказалось благодатью всей Церкви. И Иоанн Кассиан пишет: число этого праздника явно исполнилось. То, о чем мы читаем в Ветхом Завете, было прикровенно изображено, когда было приказано, чтобы после окончания семи седмиц священники приносили Богу хлеб начатков. Это поистине совершилось по проповеди апостолов, когда они обратились в тот день к народу, и Господу было принесено много истинного хлеба. Помните, в день Пятидесятницы апостолы смело вышли на улицу, стали проповедовать. 5000 мужей, узнав новое учение, напитались от дара, который осветили Господу, который осветил Господу народ христианский из иудеев. И толкование на 17 стих, это беда достопочтенной: правильно было предписано приносить два первых хлеба от нового урожая, поскольку очевидно, что церковь из двух народов, из народа иудейского и язычников, собирает тех, которых она, церковь, посвящает в новую семью для своего искупления. Действительно, в церкви уже не значит ни обрезание, ни необрезание, но все мы народ Божий, христиане. И мы читаем далее: вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, из крупного скота, одного тельца и двух овнов, да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также и стадо коз, одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Вот здесь, конечно, обращает на себя внимание то, что приносятся и агнцы, и козы. Казалось бы, такая противоположность. Козлы – это символ упрямства, причем стояние во грехе. Овца – это символ послушания. Но оказывается, и то может быть принесено в жертву Богу. Например, если человек с козлиным каким-то упрямством, с козлиной похотливостью, он преодолевает в себе это, то уже вот это преодолевание в себе подобной козлиности, если хотите, является великой жертвой для Бога. Как сказано в молитвенном правиле, мы часто вспоминаем эти слова: как прежде служили стаде льстивому, наипаче послужим тебе, Господи. Или имеется в виду, что христианин может переломить в себе козлиный кот на состояние овечки Божией. Ведь был же Савл волком лютым против христиан, а стал первоверховным апостолом Павлом, верной овечкой в стаде Христа Спасителя. Мы видим, что агнцев представляют вместе с хлебами. Вот возвращение к образу хлеба – это всегда связь с христианской Евхаристией. Приготовьте также из стада коз, одного козла в жертву за грех, и двухлетних агнцев в жертву мирную, то есть любого человека с любыми качествами мы можем посвятить Богу, было бы желание самого этого человека. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами,
первого плода и с двумя агнцами, и это будет святыня Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. Здесь говорится о том, что брали этих козлят маленьких, ягнят, и вместе с этими хлебами потрясали перед Господом. А кто-то подумает, а как потрясать людей, которые приходят в Церковь Божию? Если у кого-нибудь комплекция, как у отца Олега, как его потрясешь-то? Имеется в виду, что для того, чтобы человек стал новым человеком, нужна какая-то встряска. Встряска иногда для человека является болезнь, какое-то личное тяжелое переживание. И вот здесь священник должен понять, что неспроста человеку посылаются вот такие испытания, такие скорби, вот такие болезни. Если бы я был настоятелем в каком-нибудь городе, я бы обязательно назначал бы дежурство миссионеров на кладбище, куда приходят люди, потрясенные смертью близкого человека. Или, например, изолятор для недавно взятых под стражу. Для них это потрясение. И воспользоваться этой встряской. «И созывайте народ в день сей, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Постановление вечное имеется в виду, что это будет всегда, конечно, в более совершенном виде, уже не кровь козлов, тельцов, агнцев, а кровь Сына Божия. Но характер служения будет из века в век. И 22 стих подтверждает это словами «Я Господь, Бог ваш». «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб». Священное собрание. То есть мы читали о Пасхе, о Пятидесятнице, сейчас праздник труб. Никакой работы не работайте, не приносите жертву, никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца, сегодня очищение. Да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, чтобы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего, а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в сей день, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Вот здесь обращает на себя внимание то, что о празднике говорится, о каждом почти празднике говорится, смиряйте души ваши. А мы православные, как мы входим в состояние праздника того или иного? Как минимум, борзясь. Ой, скоро праздник, я тебя приглашаю, давай соберемся, давай к Василию потом зайдем. Это разве смиряя души, люди готовятся к празднику? Все вот таким образом, скорее всего, они готовятся к какому-то гастрономическому прорыву. А праздник предполагает смирение. И отказ от делания чего-либо – это не отказ от обычной работы. Кстати, в экстренных случаях разрешается во время праздников делать обычную работу и по закону Божию, и Ветхий Завет об этом говорит, и Новый Завет. Даже в Талмуде написано, что есть типы работ, которые можно делать в любой праздник, если это необходимо.
имеется в виду воздержание от всего греховного. Воздержание от всего греховного. И не борзяся входите в праздник, а смиряя души ваши. Вот это очень важно, конечно, помнить. Это для вас суббота покоя. Здесь игра слов. Само слово «суббота» означает «шаббат», «покой». Это для вас покой покоя, если вот так перевести с еврейского. Из покоев покой. Это для вас суббота покоя. То есть, с одной стороны, вы каетесь, смиряете души. С другой стороны, вы действительно не делаете ничего земное, обычное, повседневное. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздника кущей, 7 дней Господу, в первый день священное собрание, никакой работы не работайте, в течение 7 дней приносите жертву Господу, здесь уже повторения идут. Восьмой день священное собрание, да будет у вас, приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение хлебное, приношение закаляемой жертвы и возлияние каждый свой день. В христианской традиции мы созываем верующих на праздник колокольным звоном. Это состоявшаяся традиция. Кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. А в первый день покой и восьмой день покой. С одной стороны, говорится, что празднование 7 дней, а с другой стороны, говорится, первый день покой и восьмой день покой. Ну, значит, речь идет не о 7 днях, но сказано 7 дней. И сказано и восьмой день. Почему? Дело в том, что наша человеческая седмица – это несовершенная форма бытия. А воскресный день, когда мы празднуем, участвуем в мессианском пире, причащаемся от тела и крови, мы как бы становимся причастниками восьмого дня. Восьмой день – это незаходимый день, который, начавшись с пришествием Христовым, когда свет Христов осветит все и вся, он уже не прекратится никогда. То есть, живя на земле, мы уже становимся причастниками вечной жизни. Поэтому вот такое как бы внешнее несоответствие. Празднуйте праздник Господень 7 дней, в первый день покой и в восьмой день покой. То есть, на самом деле, вся седмица, любой праздник указывает на тот вечный праздник, который начинается в этой земной жизни, но по-настоящему он раскроется вечный. В первый день возьмите себе ветви кривых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных, и вебер речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. Празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых.
Закон о кущах – это закон, который позволял израильтянину пережить исход из Египта. Ведь во время исхода из Египта весь еврейский народ, они обитали где? Они обитали в кущах. И потом появилось поколение, которое родились Эрец Исраэль, в земле Израиля, и они не жили в кущах, они уже жили в домах. Но так как это было установлено как заповедь, божественная мицвот, жить в кущах, то они стали делать кущи. И во дни Иисуса Христа в эти дни делали кущи. Помните, на горе Фавор апостол Петр сказал: «Господи, разреши, я сделаю 3 кущи. Тебе кущу, Илье кущу, Моисею кущу». Потому что это такой праздник. И евреи в советское время они не имели возможности как бы делать кущи там, где они хотели. Некоторые на балконе делали кущу, и чтобы в течение дня хотя бы посидеть немножко на балконе и почувствовать себя в куще. В наше время, конечно, делаются большие кущи, и в течение дня каждый еврей должен побывать в этой куще. Чем он там занимается? Они там читают Тору, они поют псалмы, они пьют вино, водку, они кушают, угощают друг друга, потому что они вспоминают исход из Египта как радостное событие. Для нас, христиан, ситуация немножко иная. Если мы посмотрим толкование на праздник Преображения, то святые отцы говорят: в христианстве Бог не нуждается в куще, Он творец всего мироздания. Илья имел уже кущу на небесах, Моисей в преисподней на тот момент, откуда Господь его потом выведет. На самом деле в христианстве, рассуждают святые отцы, христианин сам должен стать кущей. То есть верою вселиться Христу в сердца наши. Мы же часто вспоминаем эти слова. И вот подлинной кущей Иисуса Христа, кущей Бога, был апостол Павел, который говорил о себе: «Не я живу, но живет во мне Христос». И это должно быть не определенное время в году пускать Христа в свое сердце, чтобы постоянно Христос пребывал в нашем сердце. И евхаристически мы это переживаем. Схождение Христа, может быть, даже в ад нашей души, когда Он облистает Его сиянием Божества и делает раем сладости. И мы вместе с апостолом Петром тогда можем сказать: как хорошо нам быть в таком состояние. Итак, прочитаем 43 и 44 стих. «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш». То есть, чтобы знали, что был исход. А в нашей ситуации было схождение в ад Христа Спасителя, чтобы мы не отчаивались в своих грехах, а помня об этом, верили, что Господь силен сойти и в ад твоей и моей души и облистать сияние Божества. «И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних». Такими словами оканчивается 23 глава книги Левит. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать 24 главу этой книги.